Ну что, мальчики, девочки, всем привет! У меня сегодня капуста. Всем приятненького аппетита. Лучок, девочки, лучок. Видите, сразу, как с моей туничкой, да? Хорошо подходит лучок мой. Небольшой кусочек хлебушка. Небольшой, девочки, вот всего лишь небольшой. Решила кофейка попить. Только вкусняшки нет, представляете, девочки. Так что всем приятненького аппетита. Кто пишет, кто кушает вместе со мной, наливаем чаек, кофеек. Да. Сейчас хлебушка отрежем. Вот. Я, короче, только пришла. Думаете, девочки, где я была? Где была, там уже нет. Я была на огороде, меня работать заставили. Понимаете? Сказали Ирина, движение – это жизнь. Капуста вкусная. Капуста с тушенкой, с мясом. Сейчас мой лучка. Сейчас, знаете, как тут лук и укроп. Когда это делаете, лук порезали, да, лук порезали, скалочку деревянную взяли, скалочку, подавили, ну, можете с ручками своими, можете и ручками. Ладно, она рабочая, что теперь делать, да? Ну, клиника. Что я вам буду еще переодеваться? За какие заслуги? Я пришла холодная. Надо после работы-то хорошо поесть. Понимаете, да? Как она вкусная. Сюда можно, конечно, это... сметаночку в капусту положить. Ну ладно. Я не буду ваши нервочки тратить. Сегодня, знаете, мне понравился такой комментарий. Такой комментарий. Мы же это ему мстим. За что? За что вы ему мстите? Девки, то, что он вас не пустил в гости. Да? Вот из-за этого вы мстите. Какие вы, девочки, все-таки? Я говорю вам, штанишки не малы. Аж 8 комментариев. Кстати, Олесенька, это знаешь, как было вкусно? Попробуй. Да. Чё, Ирка, 2 рубля на билет не хватает? Так почему? Он у меня есть. Он у меня есть билет. Вы что, девочки? Вы не переживайте. А билет у меня есть. Билет у меня есть, я вам говорю. Хотите знать? Я вам даже его на этом, как оно, скрин отправлю, чтобы вы лопнули от зависти. Как-то так, понимаете? А хлебушек, знаете, как тоненько отрезаю? Мне диетолог говорит, Ренка, хлеба много не ешь. Но я слушаюсь, стараюсь. Видите, какой тоненький кусочек.
Могла бы и потолще, да, отрезать. Могла, но не стала. Вот, между прочим, капуста, да, капусте вообще калорий нету практически. То есть у меня, видите, сегодня какой скромный ужин. А кто такая Князева Оля? А? Девочки, как это вкусно. Знаете, я тут недавно свою подружку забанила эту. Как ее там звать-то? Не помню. Комментарий удален. Марфа. Нифига себе, какие у меня еще Марфа. Олесенька. Олесенька, да, бомба, ракушка, бомба, пушка, ракета и полетели. Это не пойму, капуста соленая, не соленая. Короче, девки, знаете, что я хочу вам сказать? Не знаю, признаться, не признаться. Как вы думаете? Ну, признавайся. Ой, девочки, о, это что такое было? Это я сажусь, у меня жопка голенькая. Слышите, какие звуки? На табуреточку. Сметанки добавила. Со сметанкой вкусней. Можно было, конечно, мазика. Ну ладно. Говорят, жирно будет. Кстати, знаете, а где мне деревянных ложек надыбать, а? Для контенту. Ну, теперь другое дело. Как это все-таки вкусно, девки, оказывается. А, Ленка, Севастополя, во. Так, а мне кажется, она ни хера не в Севастополе живет. Там наделала себе фотошопа. Да, Ленка, Севастополя. Вообще, вообще. Блин, ну ладно, я вам не буду говорить. Мне сказали не говорить про нее. Понимаете? То кое-кто обидится, если я скажу. Девочки, это обалденно. Андрей, Андрей, Ирка зубы не вставила до сих пор. Почему не вставила? У меня есть Андрей. На полочке лежат. Сейчас ждут. Когда это... В тур по России поеду, да? В тур по России поеду. Там. Голос ору. Я видел то видео, где ты с зубами. Молодец, Андрей. Они у меня на полочке лежат. Ну, они говорят, это пластик, он быстро изнашивается. Но я берегу. То вдруг мы с Индексом в Москве встретимся.
Он мне как захочет засосать, засосать. А зубов нет. И что делать? Понимаешь, Андрей? От солнечного удара Ирка своих гребенях не получит. А вот удар от солнечного вполне заслужила. Девки, вот вы меня напугали, да? Нет. Так. Заслужила за прокладки. Ну, что такого, чуть, блядь? У меня такое ощущение, что мужики никогда прокладки не видали, да? Они заходят в магазин и видят, там на полках лежат прокладки, тампоны. А, кстати, у вас, кстати, наверное, это ремиссия. Как она называется? А? Как же она называется-то? Блять, забыла. Ну ладно. Короче, у вас, наверное, уже давно не сдержание. Ну, как-то так. Не сдержание. Да? И вы никак не можете забыть его. Попишите, попишите и перестанете. Ой. Я же говорю, девки, у вас зависти полные штаны. Понимаете? Ну, что теперь делать? Побейтесь, побейтесь и перестанете. В песочнице поиграете, поиграете и перестанете. О! Хлебушек упал. Ух, Алинка почти полголки съела. Офигеть, да? Убирать, Ирина Сергеевна, пожрать любишь. Короче, остатки, как говорится, сладкие. Все мою элитную сковородку запечатлели? Запечатлели? Мою летнюю сковородку. Ну так вот. Это бомба, а не сковородка. Перемешанька со сметанкой. То надо это, творожку купить. А сметана, зараза, такая дорогая стала, девочки. Столько денег. 150 рублей, представляете, пакет. Что-то я думаю, это как-то дороговато, да? 150 рублей пакет. Также он глуп, тоже без зуб. Так вы покажите свои зубы. Я там вот помню, вот эта мадам сколько 7 имплантов за 2 часа поставила. Ну да, помню. Дядька, хирург так вспотел, так вспотел. Но говорит, мне все сделал. Но зато говорит, долго потел. Бывает.
А мой стоматолог, хирург, особо не торопится, девки, я вам сразу говорю. Потому что он делает все правильно, по-умному. Знаете, как говорится, насмешишь, поторопишься людей насмешишь, да? Вот так оно, по-моему, говорится. Это вкусно. Да. Баранда да ярочка. Ну, тут тоже баранда да ярочка. А у тебя, кстати, даже барана-то нету. Потому что люди... На таких людей как бы не обращают внимания. Кстати, мы сегодня это созванивались с моим друганом, с которым я тогда в трансляции познакомилась. Из Санкт-Петербурга. Не буду говорить, где он находится сейчас. Я думаю, вы умные, сами поймете. Но он это в августе предлагает встретиться. Он говорит, я приеду в Крым. И это... Мы, Екатерина Сергеевна, так зажгем. Я говорю, окей, договорились. Ой. Нет канала, так нет канала. Тебе, похоже, давно любовь никто не дарит. Вот ты и пишешь тут. Ну а что? И это правда, кстати, кто люди так бесятся, злые. Да, мы не едим. Мы едим вообще раз в год, потому что мы фигуры бережем. Так молодцы, не ешьте. Нам больше достанется. Угу. Хоть это продукты из магазина не будут пропадать. Ирина злится, третье видео. Ирин, чуть-чуть позже тоже добавлю тебе из Верину. Озерину. Какую Озерину, Оля? Озерина. Что такое Озерина? Я в деревне живу, я не знаю, что такое Озерина. Ты бы мне показала, как ты солнечным на лавочке обжимаешься. Я бы посмотрела. А что это какую-то озерину мне добавишь? Я не знаю, что это такое. Кстати, это... Ну, мы с дружком из Санкт-Петербурга встретимся, да, в Крыму? Ну, это, наверное, в пятизвездочном отеле. И это? А, ну ладно, я вам все планы не буду рассказывать, то еще сглазите, вы же люди-то такие сглазливые. Сглазливые, как бы говорится, да? Угу. Так что, Оля, добавь лучше. Да, Галина Голубь. Кстати, я вам рассказывала давненько. У нас тут это семья Голубевых, да, живет. Он, кстати, это перестал пить. Я вот думаю, может, это. Они, короче, приехали давно, лет 20 тому назад из Перми. Я вот думаю, может, это его очаровать. Как станцевать танец живота, чтобы он упал и больше не встал.
Инесса, девочки, ответьте, не смотрю эту. А мы ее сейчас забаним. Да? Ну, чтобы она тут, ее тут не было. Ну, раз не смотрит, до свидания. Ира, 2 рубля не хватает. Билета не хватило. Так почему? Мы еще в мае билет купили. Елена Т. Елена Т. Да. Мы еще в мае купили. Так что, я говорю, хотите знать, когда я поеду? Кидайте на карту. Я вам скрин сброшу. Надежда Бырлёва. Точно, денежку зарабатывает, говорит, всегда так. И знаете, Иринка свое всегда получит. Конечно, а чё? Ну что, девочки, я бы вам, знаете, я бы вам такую новость сказала. Но я не хочу вас огорчать, я думаю, вам будет плоховато от моей новости. Как говорится, меньше знаете, крепче спите. Понимаете? Вот так вот. Как одна моя подписчица сказала. Что, говорить не говорить вам? Ну, а я не могу. Ладно, сейчас, короче, конфеточку возьму и обязательно скажу. Погодите. Я подарю тебе ромашки. О! Я игольки. Да это просто жопа вспотела. Понимаете? Вы, кстати, обязательно послушайте. Я игольки и цветульки. Я подарю тебе фиалки. Кстати, у меня букет все еще стоит от Андрюшки, который Андрюшка в лесу нарвал. У него это желания такие были. А что вы думаете? Угу. А. Татьяна Челябинск. Ну что, Татьяна Челябинск, скидывай 2 рубля. Я подарю тебе айгульки. Мы как раз будем в 3 часа ночи стоять на поезде. Скидывай, нет, да, скидывай не двушку, а трешку. Придешь, пирожков мне не приноси, я не буду из твоих рук пирожков есть. Ну, я боюсь. Боюсь, да, девочки, честное слово. Я боюсь из чьих-то рук есть пирожки. Только из Максимкиных рук не боюсь. Понимаете? Ну, он же меня не отравит, как вы. Это у нас там это, собаки затявкали. Что тявкают, не знаю. Может, товарищи сеть тоже бегают? Неужели никто из родственников не видит, не слышит, не понят, что им похер? Татьяна, Татьяна, следи за своими детьми, если они у тебя есть. Понимаешь? Да. Ну, хотя, вряд ли они у тебя есть. Какие у тебя дети могут быть? Ты посмотри на себя, красавица. Татьяна пишет, что у нее дети тоже с отклонениями. Вот так вот.
Нет канала. Видите, нет канала. Она же даже боится свое имя писать. Татьяна Челябинск. Адам, Гена у вас хорошо поработал, видимо. Вот, у Татьяны Челябинск, Гена хорошо поработали. Ну, я так понимаю, да? Ой, девки, кофе. Кстати, это, не забудьте заскринить. Вы ж любите? Блядь, чуть не подавилась. Сегодня, короче, вечерком поедем с Андрюшкой на пруд. Ну, сейчас время уже без 5-6. 8 часиков поедем, там уж народу никого будет. Поедем. Возьму с собой шампунь, гель и вихоточку. Андрей не хочет свою ванну меня пускать. Это порзело совсем. Понимаете, да? Понимаете? Вы совсем не понимаете. Придется так, девочки, а как вы хотели. Все, видите, я наелась, было очень вкусно, низкокалорийно и полезно. Вот, так что всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем хорошей ночи. Татьяна Челябинск, тебе тоже хорошей ночи. Ой. Что-то немножко простыло. Хорошей ночи. Хорошего утра, хорошего дня. Ну и все, всем пока, товарищи. Как говорится, чао, бомбина, сегодня Рита. Мы поели и попили. А теперь надо пойти поделать дела. Чао, бомбина, сеньорита. Пока-пока.